Всем привет, девочки и мальчики, бабушки и дедушки, тетушки и дядюшки, девушки и парни. Всем огромный-огромный-преогромный воздушный привет. А также всем привет моим донатерам, фанатерам, подписчикам, всем добрым людям, кто мне помогал на стриме, вот, донатил вот на такой вот, чтобы я купил обалденный супер-смартфон от компании Oppo, да. Эта компания, она довольно-таки такая новая, недавно, как говорится, была основана и уже лидирует на рынке и имеет много всяких конкурентов, но она продолжает нас удивлять своими смартфонами, и не только, потому что за такие деньги лучше не купите. Понятно, можно и за 50 тысяч купить, там и за 100 тысяч всякие айфоны, но нафиг эти айфоны, это все за бренд, за красивые упаковочки, за красивую фирму. У кого лишние деньги есть, у кого куры не клюют, берите, что хотите, хоть за миллион рублей, без разницы. Я взял смартфон среднебюджетный, даже выше, чем, я не знаю, выше среднего, ну то есть, вы представляете, оперативки 8 гигов, встроенный 256, хотя там за 128 гигов встроенный, вот, но он стоил где-то на 7 тысяч подешевле, но я решил расколоться и отдал, короче, за него вместе со скидками, у меня там вот M-Video бонусы были, там 200 рублей, там, и поэтому, как говорится, у меня со скидками обошелся 22 тысячи, 801 рубль, вот, и еще мне начислили бонусных рублей 684, но они будут активны, а только через 2 недели, через 14 дней, и где-то их продлевают на несколько месяцев, дают, а чтобы они не сгорели, надо еще что-то купить, чтобы продлить эти бонусы на полгода. Ну, короче, 22 тысячи вот я собрал, 22 801 рубль, огромное спасибо всем и каждому, кто донатил, кто-то больше донатил, кто-то меньше. Кто-то по 10 рублей, кто-то по 50, кто-то по 100, кто-то по 1000. Огромное вам спасибо. Дай Бог вам здоровья, низкий вам поклон, респект вам и уважуха. Мои родные, мои дорогие, вот, спасибо вам огромное за такой подарок. Донат – это добровольный подарок, добровольное пожертвование блогеру. Поэтому вот такой смартфон я мог бы взять A96. У него 8 гигов оперативки, 128 встроенный. Но там можно еще и расширять. Вот. Но там, как говорится, аккумулятор чуть поменьше емкость. А потом IP-защиты там нету, по-моему, 54-й, еще там что-то. Ну, короче, я не буду вникать в эти все технические подробности, время на это тратить, тем более я не какой-то там эксперт. Вот, на вкус и цвет товарища нет, но я взял именно это, хотя мне вот в другом магазине их не было, вот в Эльдорадо я зашел, мне продавец посоветовал взять аналог Oppo A78, это Huawei какой-то там, но я подумал, ну хорошо, что я не клюнул, потому что там аккумулятор 7 мАч, 7000, а в Oppo 5000, я подумал, нафиг это надо, мне 7000, мне и 5, вот так вот хватит, зато здесь и другие эти самые всякие, как говорится, плюшки, можно расширить оперативную память. То есть, если тут оперативки 8, то есть можно еще на 8 будет расширить. Итого получается 16 гигов оперативки и 256 гигабайт, 256 встроенной памяти. Так что завидуйте молча. Так что даже флешка не понадобится, хотя у меня и флешка есть. Вот такой вот в M-Video взял. Вообще, я даже удивился, знаете, когда сделали дату производства? Июль, 23-й год. Вы представляете, июль, 23-й год. Вот, срок службы пишут 2 года, но это так они пишут, он может и 5 лет работать, и больше. Аккумулятора вам на 4 года с головой хватит, если будет, и влагу, короче, не боится, пыль не боится, там защита есть. Ну, то есть, вот такой вот обалденный смартфон, там был он в двух цветах, черный и лазурный. Лазурный это типа синего, типа голубого, но только это, как говорится, именно лазурный. Вот лазурный цвет, именно вот он, там что-то я про него читал, он такой приятный на ощупь, там какие-то всякие тоже плюшки, ну почитайте сами. Вот такой, короче, вот смартфон, смотрите, он абсолютно запечатанный, абсолютно, не уценка, не с витрины, а абсолютно запечатанный, вы видите? Вот, поэтому огромное вам спасибо, вот, кто донатил. Видите, вот 8 гигов и 256, это вообще, да? Вот такой смартфон крутой, вообще крутой, я считаю, что это крутой. Но извините меня, 22 тысячи 801 рубль, и то это с моими бонусами, а так дороже еще. Вот. Это у меня еще там была персональная в личном кабинете, а цена. Вот, видите, какой?
Вот такие вот характеристики. Тут написано вот. Очень красивая упаковка, необычная. Вот такая вот. Вот лазурный цвет. Вот, поэтому давайте мотор сделаем. Вот, мотор авторский сделаем. Не знаю, получится, не получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, мы будем сейчас делать, короче, анбоксинг. Вот, будем делать анбоксинг. Вот, так что коротенькое такое видео. Не буду я ничего вам рассказывать, показывать, даже включать не буду. Потому что у меня на это времени нету. Просто я перед вами отчитываюсь. То, что вот я купил, да, смартфон. Вот такой вот крутой. На ваши донаты огромное вам спасибо за то, что вы мне помогли собрать денежку. Так, даже не знаю, как его вскрывать. Вот, все абсолютно запечатано. Абсолютно все запечатано, как вы видите. Вот, поэтому будем сейчас вскрывать на камеру. Вот я беру такой ножик. Вот, ножик беру. Вот, и вскрываю. Вот. Нужно аккуратно вскрывать. Вот, заводская пленочка. Обожаю заводскую пленочку. Видите, абсолютно новый. Никто его не трогал. Как вот с завода пришел. О, видите, какая пленочка. Это анбоксинг. Вот. Так, открываем. Ой, как все открывается круто. Вау. Ой. Ой, запах обалденный, когда новые вещи. Люблю нюхать. Вот так вот это все стильно выглядит. Это такое вот матовое. Вот. Так, здесь защитная пленка. Вот там эти инструкции всякие. Вот защитная там пленка. Вот такая тут штучка. Ну, тут всякие инструкции, понятно. Вот. Опа, вообще молодцы. Почитал отзывы. Да, абсолютно новый, как мы с вами видим. Видите, все запечатанное. Все вообще, как говорится, вообще сказка. Вот он, смартфончик сам. Так, что там у нас? Да, абсолютно все. Ой, там это. Вот внизу мы с вами видим вот такое зарядное устройство. Ой, такое тяжелое оно. Такое обалденное, такое увесистое. Очень круто выглядит. Пластик такой матовый. Такое устройство довольно-таки тяжелое. Так, и вот сам кабель. USB Type-C. Вот. Вот такой белого цвета, круто. Вот. Вот такая коробочка тут. Очень стильно. Вон туда же такая, видите, пластмасочка. Вообще круто. Так, а там что есть? Там, наверное, уже ничего нету, да. Ну, круто вообще. На совесть они, конечно, упаковывают. И вот сам смартфон, сам аппарат. Да. Мы с вами видим, что все запечатанное. Вот такие камеры крутые. Вот такие вот, видите. Ну вот все, я отчитался перед вами. Сейчас пойду наслаждаться этим смартфоном. Буду сейчас все настраивать. Вот, короче. Вот такой смартфончик. Вот она. Опа. Красивый цвет такой. Видите, я взял. Это лазурный цвет, ребята. Видите, не голубой, не синий, а именно лазурный. Он как он переливается. Я читал именно... Не в черном, а вот именно в лазурном такая вот инновация. Вот так это все выглядит, вы видите, да? Вот такой телефончик, короче. Ну все, в принципе, вот я отчитался. Пленочку я уж потом буду снимать. Все, короче, всем пока, спасибо. Я купил вот такой смартфон. А потом уже запишу, когда буду им пользоваться. Вот, уже, вот, все, анбоксинг, короче, я произвел. Все, всем пока, мои хорошие.